Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» продолжает праздновать свое 20-летие. Мероприятие проходит на базе разных отделений центра. Одно из них состоялось в пятницу, 9 ноября, на базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних. В уютном зале отделения радостное оживление. Здесь дети и взрослые сообща обсуждают ожидаемое мероприятие. Для них администрацией центра был организован квест. Игра состоялась в рамках реализации проекта со сложным названием «Наставничество как условие профилактики девиантного поведения подростков». Проект очень интересный. И замечательно, что у нас в районе очень много людей, которые с открытой душой, с желанием, с удовольствием занимаются с подростками в свое свободное время. Уже 80 пар у нас создано, подросток и наставник, которые вот так смело идут по жизни вдвоем. Встречи наставника и подопечного по условиям проекта происходят раз в неделю. По согласованию друг с другом и обязательно с родителями выбирают время и место встречи. Бывают и вот такие массовые мероприятия, когда общение не замыкается между двумя лицами. Веселый апельсин. И я так поняла, вы даже девиз придумали. Да. Рассказывайте. Мы веселки апельсина, мы дружны и неделимы. Кинёвские веночки. От трудностей не прячемся в бочке. Мы классные Кинёвские веночки. Этим двум командам в ходе игры предстояло пройти по этапам. Ребята вместе с наставниками познакомились со структурой комплексного центра, интересно провели время и узнали много нового. В соответствии с маршрутными листами игроки следовали от пункта к пункту. Общий путь состоял из 5 станций – логической, мыслительной, творческой, спортивной и исторической. Вопрос номер 5. Ответьте, пожалуйста, растение, у которого вместо листьев колючки. Кактус. Молодцы, 1 балл. После квеста всех игроков ждет чаепитие с теми сладкими подарками, которые они накопят в течение игры. Это вознаграждение за старания и правильные ответы. В ходе мероприятия достигнута и главная цель организаторов – общение. Его было много, доброго и позитивного. Наставничество – волонтерское движение, выполняемое на безвозмездной основе. Стать наставником может ответственный, мудрый и обязательный человек из любой категории. Это может быть одинокий человек или семейная пара, работающий или пенсионер. Однако не все так просто. Работа с подростками требует психоэмоциональной устойчивости, строгих правил и огромного желания взрослого помочь преодолеть подростку тяжелый период взросления. Поэтому отбор в ряды наставников проводится специалистами очень тщательно. Мы проходили обучение в городе Иркутске по данному направлению и в городе Новосибирске с благотворительным фондом «Солнечный город». Эти фонды и организации уже много лет работают по программе наставничества, но у них детки, подростки из детских домов или вот центров обслуживания семьи и детей. Немножко другая ситуация, но смысл тот же самый. И мы у них переняли опыт и научились, как подбирать наставников, какие это должны быть люди, что с ними делать в первую очередь. И когда мы подбираем наставников, в первую очередь смотрим, конечно же, образование, занятость, морально-этические нормы, потому что это в первую очередь, но и проводим обучение для наставников. После обучения уже проводим собеседование. Готов ли человек, потому что просто сказать, вот ты сегодня стал наставником, не получится. Человек должен быть подготовлен и морально, и знания у него должны быть для того, чтобы он начал работать наставником. Из 80 наставников по району в Ленёво набрано 15. Среди них пенсионеры и заводчане, административные и социальные работники, а также педагоги. Примерно такая же ситуация и в районе. Наиболее активное участие в подобном волонтерском движении наблюдается среди педагогов, работников культуры, представителей школы ДСАФ и библиотекарей. Очень важен воспитательный момент, когда наставники вот со своей точки зрения, да, со своего уже опыта жизненного помогают ребенку разобраться в каких-то ситуациях.
Потому что мы же знаем, что подростковый возраст очень сложный. И детям сложно бывает и поговорить с родителями, потому что есть определенные ограничения, и поговорить с учителями. А здесь появился друг, который, они знают, что останется все только между ними. Но при этом этот друг, используя свой и опыт, и профессионализм, сможет помочь выйти из трудной жизненной ситуации. Для Татьяны Петровны роль наставника не в новинку. 38 лет жизни было отдано образованию. С детьми она занималась кружковой деятельностью. По выходу на пенсию педагог не прекратила общение со своими воспитанниками. Ребята так решили. Алина, подопечная, одна из них. И тесно общаемся с ней, то есть доверяем какие-то тайны друг другу. Вот, уже девочка довольно-таки как бы взрослеет, то есть какие-то моменты мы с ней обсуждаем, вот, подделки делаем, продолжаем. Здесь родители ее как реагируют? Реагируют очень хорошо. То есть это у меня не первый ребенок, которым я предлагала, вот. Но эти родители, этот ребенок, они очень хорошо отозвались на мое предложение. И вот мы с мамой в тесном контакте. То есть как бы это любые какой-то шаг, какой-то где-то там в школе какие-то проблемы или еще что-то. Ну, то есть вот мы стараемся это вот решать. Как у педагога, она спрашивает совета, даже мама. Вот. Доверяют, конечно, вот очень дорогого стоит, когда родители доверяют, просто ну как бы до слез даже. Екатерина Ивановна тоже всю жизнь в педагогике и о прелестях переходного возраста знает не понаслышке. Важным считает неотступно следовать рядом с подопечным, чтобы в любой момент уже не ребенок, но еще и не взрослый, чувствовал дружескую руку рядом, знал, что поймут и поддержат. Он у меня маленько сложный. Такое, я взяла список, посмотрела, и вот он по спискам самый такой вот сложный, что бывало в таких, ну, замешан каких-то мероприятиях, которые вот, ну, непозволительно для такого ребенка. Я решила его взять. Но с ним вот сейчас провожу вот всякие беседы, мы встречаемся, мы поход с ними ходили. Очень хороший ребенок. И я так думаю, так как я люблю свою профессию, детей, воспитателем работаю, и я так думаю, вот, такая у меня прям душа, хочется его довести до армии, понимаете? А там уже армия, ну, как-то изменит его маленько, так, как ребенок сложный. Угу. Почему решили стать? Ну, не знаю. Ну, вот не знаю, мне вот прям душа вот такая вот, хочется с ним работать. И в общем, есть у нас положительные результаты. Находите отклик? Да, 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 вот нахожу отклик. А он прислушивается к моим беседам, я с ним беседую, встречаемся, и вот везде проходим, когда... И он учиться стал намного лучше, и вот у мамы, папы спрашиваю, и дома себя намного лучше стал вести. Лучшая похвала для наставника – положительные изменения в поведении подростка. Когда на встречу он приходит не в силу надобности, а по желанию – увидеться, рассказать, советоваться. У него телефон мой, и у меня его телефон. Я всегда спрашиваю, интересуюсь. И у классного руководителя интересуюсь, как он себя ведет. И так он ко мне даже на работу. Вот я здесь работаю, он ко мне на работу прибегает. Ну, в обеденный период. Как часто созваниваетесь? Ну, неделю раз обязательно, обязательно, как ты там себя ведешь, нормально, все хорошо, какие оценки. И вот сегодня прибежал, это прям обнимает меня, мне так приятно. Наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам удачи и отличного настроения.